Вы где живете, если не секрет? Да, Ярослав. Какой? В Италии. А, в Италии? И в Италии зваты, когда я в Ярославе живу. А, Переяслав, это какая область? От Дон Киевской и Черкасской. А, понял, понял. Окей, у Маш вопрос у вас интересный есть. Что это вы подоглядаете? Бо я дивлюсь вас на архитектуру абсолютно. Слайд-шоу идет. Итальянское дело. Слайд-шоу. Виды города 1908 года. Якого именно? Харьков. Харькова. Понятно. Бо абсолютно да, найрізноманітніша архітектура. От барокко до. Да, ну, Харьков был солидный город в Российской империи, да. Тут вы правы. Да. Понятно. Ну, есть еще какие-нибудь вопросы? Если нет, с наступающим вас. Если есть, задавайте. Как вы думаете, где выник украинский национализм? Ну, Никому. Ну, вы хотели сказать, что в Харькове, но это ложная постанова. Ну, вообще-то, так сказать, где? Скорее всего, денег это в центральной Украине, ближе к западу. Некоторые... Наши укранационалисты, которых мало в Харькове, они говорят, что в Харькове. Я вам объясню, почему. Потому что в Харькове, когда он был столицей, да, насаждалось украинство большевиками. Вот, и они этот термин провозгласили, что Харьков осередил. 1900-й рік, адвокат Михновский. Так. Харківський адвокат Михновський. Так. Но. Начинає створювати ідею, ідеологію, національна держава. Я согласен, это было такое. Но и в Питере такое было. Отдельные личности пропагандировали. Национальная держава. Короче, именно под эту идею национальная держава собирается гуток. И какие именно развивают эту идею. Позже он створює проект Конституции под национальную державу. Короче, и именно из этого всіх його творів, всього проекту Конституції, вони з'являються, стають в основному української держави, українського націоналізму. Іменно в Харкові. No. Чому воно виникло? Іменно протидію шовінізму, протидію Чорносотинському руху. Якраз тоді починають закладатися Чорносотинський рух у Харкові. Ну, я понял вашу мысль. Вообще-то, это одна из версий, но она не основная. Отцом вашего украинского национализма считается Донцов, вообще-то. Донцов. Вы, наверное, знаете. Это более популярная версия, что Донцов творец украинского национализма. А Донцов, по-моему, жил где-то там на юге Украины. Винница, на границе Винницкой и современных Одесской областей, по-моему, где-то там. Это я вашу версию слышал, да, поскольку это в Харькове, да, но она не основная, она поддерживается какими-то такими маргиналами харьковскими. А основная версия ваших националистов, то, что творец идеологии вашего национализма, это Донцов, Дмитро Донцов, наверное, слышали, да? Да, что, ну, как раз именно его идеи, да, идея национальной державы. Ну, это естественно, это как бы... В любой идее должна лежать идея национальной державы, если это державная идея. Это само собой. Ну, у всех так. А именно эту идею национальной державы выдав как раз именно адвокат из Харькова, Михновский. Ну, да, я не спорю, да. Ну, не только он там. Это как бы банально вот, выдавать что идею национальной державы, если ты... националист. Это слишком банально. И ее каждый выдвигает. И в том числе и он, да, спору нет. Что ж так? Да, прикольный Харьков. Да. Цикавый. Да.
Я дивлюся на всю свою. Хорошо, спасибо за информацию интересную. Ну, я так ее знал, но вы мне более ее уточнили. С наступающим вас, всех благ. И вам. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Они ж передали в 1922 році. Воронежскую область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не была еще? Ну, еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский – это какой, чей отвечает. Отправляется с первого. Куда? Проспал. Скорый поезд номер 13 Москва-Сухуми отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22 отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68, Харьков-Краснодар, отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар, отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Харьков русский был. Мы сделали украинским угодным ученым. Украинец. Да. Украина, которая создана. Группа экономическая. Будет не Донецкой, не Львовской власти, будет только Харьковской, будет только...